Билигин биге экранмы тигер таблица көрдөрөкпүт бу таблица көстөрүнөн бөр гырылак жанаксанын көрдөрөр таблица болар балартын органдары көлжан тех стадияга тийби жону бөхөр сосоготок немандан бөр чагын көһөрөн олорду болар. Жон квотага тексен сөптү бер донору болан органы көһөрөлөрүн сылы-сылла кетер. Салгы барар таблицаларга көрдөх бүтүнө Жаң Турон иннине сахаригер салгы 5 маннык операцион улдара өссөт түет 5 ки атын сердерге тиен ултуран. Орган акастан эрерки операцион улута бу улахан табыллы болар, олокко төннүнөн болар. 9 улустата 6-10 кихетиндик операцияны аз. Олар эрер хомою кихин, олар әрегер бітігер тиебіт, операция кәніне органы көхірілік кеге кәкке ғырақаттары көрсір, сұрағыр олар кене олағар күтталы вескетелер. Ол қанлық ұстықтары, оны бұхарар сол бардо дейін ұйтылар көрелер, оны қаттың бүгін операция кәніне өскүр кіғалғалар тұстарынан бері өтер кәпсетек біт, оның көрәтшілер біт бүгінгі бері бі сүрін сығылы сұруға бұ көхірілі біт органақ ғырақтар, онына донардар кіғалғаларығар апшестіліні сонына бұлаз болғым тұтындарды болар. Үтөке ханын күнді көрәтшілер біт, бейігі хағы сәшірге үләбетін сағылы біт, түрден 2-9-9 сәтті студияғы нөмірге рен кәліңгіт бәғат етілер гетін, әтілер гетін береқатын сөп, тема біт сүрін қайысқатын өйді өйті күт, ол күрдік бір ұрылақ жон донардағынлар, онына кенілер ұрылақ жонға операция оңырутын тұғынан, онына бұқ бар ордық жолан бір ұрытығар тұқ қағылғалар балары. Ол қағылғаны тұруға қайдақ сол барын тұғынан ұрытығық бід. Ағыз 914-219 сүрбекке 612-ден бейігі ватсап Саппыт нөмірі, бұл нөмірге хеге бәғат әтейлі ұйтығылақ боллақ қатына тұстақ үлжеттар бұтыттан ұйтығын сөп, оның көбістібаққа, толлубаққа ұйтын сүр ергітігер, онына әрен келіңет бәғат етілер гетін берер гетігер. Үңірабын. Телепендері сөтігіл санатабын, ағыз 914-219 сүрбекке 612, әтені студияға нөмірбет түрденікке 30 ағыз 9 сәтті. Дәбілген басан студияға кәлбет үлжеттірбін. Үңірабын. Бағалыста, керекқа. Ağızda kireyağın. Dökehane. Ağızda olanda. Dökehane. Dökehane. De bilgin ciddi bileğinler teyibin. Bugün ben bu studiya bitigar EPP kurdu bığır gırıtın көһүрүгө тенен донордагына общественность онда булас болгон тутумтардыга туханылып тема битигер тема бут оттон олуг ихин турулугы дем болар. Онохо бүгүнкү студияга элжиттарым Изабелла Горомна Винокурова, Росздравнадзор саха сервер салатын салаятчытын собиятчы, Вера Стафьевна Тарасова, Саха Республикатын Дорубия Хрыстабылы министерствотен Хеленяга медицина көмөтүн терер департаментин салаятчы, Альберт Иванович Васильев, хирург-трансплантолог, Дорубия Хрыстабылы министерствотен штаты таханын сүрін трансплантолога, Катерина Григорьева, сурналыс общественник, она Наталья Каратаева, дар жизни социальный проект салаячыта. Чабасантрон, үтөкеғаны. Онна мантаханын беребиттер 9-тах кемге Москваттан әлбәк кейе олығын бұхабы транспорттолықтар еме күтті ғақтыра, онын ұйтылақ, әтелақ болақатын көрәтшілер бет ағасты күтті әргетер бұқавар кетін әңірабын. Бұл сыпыралары көрдірді бітті беребі сақылың тұғар, әте көрәтшілер бітігер, оноға бұл сыпыралары көрдік бітіне тон кейе күрдік жексенлері күрдік, әте 15 тұғынша бұр ұрылақтар ден беге ағын тұрырды бұт, оноға бұл түхі Әлбәғи, әлбәғ түден, онына кенілер бөт бары әпересіне ағалыр түден. Онтан сағылыққа бересін қаның? Сақа әрігер бір ғырыта әлбәғ, атын регионлар тәгінен көрді қой, тоғы детәқін бейіға, именно хақа омуға инфекционна гепатитка қадары берінілі көрдік бәді. Оның аналистан көрді қой, гепатиттан жынныры көрдігі ақалар әлбәқтірімді. Онық бұ тұратыдың көрді кәбетті? Бұ, онық именно монголоидына расаға онық бар. Ақалар ғарев олбатақ. Онық бұ, онық дельта, икен, білеман, кирен, гепатит болара онық әме бар білеген. Тоға детәқін бұ, онық ц, гепатит ұтары вакциналар білем бағылар. Оның Иртумни кчата, битехик бо сюрбеху кордека, антон дельта гепатита белехомайох хин тохох вакцина хох бюнкунге, анон дельта гепатита жаннор тох пересадка им барахтарнсе, каникит сирос поламбаран, канамбаран бары апрехе барбаттар, МТНЛ, МНН противовирусные препараты дембар, он МТНЛ, барар, он кихиаео пересадка барбат. Вот эти цифры нан кордугутте, хаскихи гаджара, хаскихи апрехе барара, хаскихи пересадка барара, он эти цифры тан костер хасбрехе набар, крабрехе барар. Ага, Аллах так говорил, будьте дельта товар албаки хедер. Отон бирге боллагана олону гепатит хочет того ахар, такого бар. Бир икки вирус бирге бар боллактар, бирге хабар боллаган. Катерина ен бихи бир делахпит кихе боллагана, но хатон бу усты капресина астынди. Ол операцияны билгенде бу калганы исехиттен билехедер ки болгон. Анокка бу эббит устуктар кырдык баллар доден онна энту турса. Билен турар баллар. Атын онлук үшүгө эбите болдар бихимандык келен мустогога деп боллади. Бу бесин 10 күнүгөр биги бу сен бу бүгүн кепсети сакарыгер трансплантология Сайдыбта олта бары көхөрү, сайдыбта хүлбе халыгар ананар. Ден булади. Ол оннан Аллаға бейме түгіл костол ұйпып-пып. Онна бұл манна қалған аға әлбақ дегенен. Еттігетші 15-тігінші кейі ұчоққа тұрар ден. Онтон сәнін бары көхөрюге 200 кейін ады ер. Білген. 200. 200 чека кейі. Бұл инфекционист бірастар данайдарынан бұл түгілік ұстол кәмегер маңы бардың кәпсәйіптері. Онтын қолыбыра ұлан көрдіққыда сыл айы әлбәбіде ойыншыққа еңчекеге трансплантацияны ағыр. Олар оны соттан да көрі қойып төсіз кейін адыр. Онтын сылғы болана ойыншары 15 үлбе болуынсып. Ито қолбан ол барды. Бөрдері күтті қолбан. Онна боллағына манна хамай қалғата ден жон үксе Москваға, федеральный кинерге, Новосибирскайға, Санкт-Петербурга баралар. Ити боллағына мәні кейі барбат, мәні кейі маны кайын ұйымбат. Онтон онна донордақ болдықтарына аймаға қолы бір кенеяқа бәйтін сорғотын берерге сөбілігер боллағына. Онна бар боллағына. Оны мен медицинскай Альберт Иванович бардың кәпсияға, тоғайды тақанна Хана хәтті бейіқтәк, әлбәқ онына параметра. Оны төхеді бақар бұттарын ең, құлы бір жүгас жоннар ғайын берік қықтар хоқ болар. Өтшіға олыны кейт қайдақ болар ең. Кені лейс ажыдайны тұруын өп, онына Москваға бітір еті кейін көрікі көхім бар әнінады. Оны құлы бір оғылақ, ұрулақ, дверяқ, өттақ, құлы бір тәхергер олар кейіні санан көрін. Кені қайдақ туын бартын бұраған тұрын, олына Москваға да Новосибирскай күді кем барба полатика. Он был на тоге такая, имеет спецификаты ден трупные, кадаверные, почканы до ветербыры до кютерболланы, киненно. Хаме кичавда алтай оларонна. Олата пересекнете. Кихо. Кютер. Кютер. Оканьте не все пересекнете, не мягко бромен хеттели херт Москва. Пересекнете. Отон холбанку дха кем бары канад. И то мы бем холбр чугаски химияха орган беддаж. Онтон кихи бартан но табылды. Онон боллағына бұл ға күйске нағастыдық тұрар бапырос яғанебін. Онна болына бихе регион мұд, өпсені медицинаға ұрдық бұл үйе хағыланыды, хүлбе берес үйе хағыланыды наға балысқанды қайды бұды. Оның қолырманды күрдік трансплантологияны хайынлар бұд регион олаға яқсы қағыреген. Россияға, Дальний Востокқа білден тұрар. Олығын Билеген бұл трансплантология олық күске балысқанды қайдықтақ дейханым. Тұға кедерген трансплантология бар болағына олата регион медицина өттінен сайдылақ дейін. Тұға айтықына трансплантология өпсайынан үрдігі медицинскай технология чіпчала олар. Олығын бейхаян тағын нарықтақты. Тұға айтырке бейхаса қаланнаға декке тегінші беріллаққа. Оны барыда мәндік кәтчік-кәтчік баран ер. Білген тұрыр наға ғырақан білген қадері қаратық бұтарды дейіққа. Açabildiğin sürün kalan kalıbıra yakın kabinet var bulahana. O senin öpüresi kendinden çölgört kiriyor. Artık olur mindelik kalan diyem budak bulam. Benim anne akşestivnik bulitmen kalan olurum. Kalan için attırttan benim anne kalan olurum. Bir yakın bulan kalıbıra o öpüresi kendinden de buldun. Bu öpüresi ha belimden yine üsse kalıbıra brastır naçüldük yıtallar. Don öpüresi kendinden bir yakın kalan kalır özgürler. Kalıbıra трансплантациялы ки билен турар кетен көрүгө жакталык кетанак кетен көрүг. Ал холуртага инлар узкалар ки бара. Онун ноболна хебея пиладанна. Билген тем боле ковид ти хамсык эпидемияда болотурар. Олина устук, элбак устук. Кабинет бар булуктак тянын онна үсө стационарга холуреме киреме вопростарда. Очерток булуктак. Вот очерток тем болуктак. Бияха анал көрүү надо, специалист надо. Аналлах көрүү. Олар биги гастроэнтерологка сыйраллар, биги хирургдарга сыйраллар, терапияга олар сыйрактарын сөп. Огунан баран бу жон билен турар бейлере ме атын ырактардах болдуктар. Бейлере кинлер туспа идети бит салалактар. Оно бир ырытын, бир ырга, бу тем более трансплантацияны аспыт ырга пациент калгатын бардын кинлер. Билер кахтараху, он сололора да тименер, болкомтолора. Олгин бейтурорса вопрос, лох кюстях специалист бар болуктахте, колбру бумандык эрахтар гахаларнын жертанер, он на холверти стационарный эмтенигеме, ну какие вопросы балдар. Эти кабинеты эти эти кабинет бихак роллер кыллыда. Каллар вопрос стоит Аллах каллар. Бейти вопросу ти ковид инене усякие стажупут, бахарсажупут, он на бастык номер дах республиканской валыганы, он на он рухпуту ден толку даупут, он на блигин арсутсова ден корот хюс номер дах валыгатыгар, он на кабинет паркани регистры кини тутар. Он аграхтарн кини корер истер. Вот бюджетные валгини вот он нок именно бир пересадка ламуджаннер. Вот он бо проблема не всегда корюкахеб. Он на весь уровень натагаран конечно ирхан ирахтар. Эльбех билилях брас надо. Хаста специальностях брас надо. На устук именно тугаварар. Эмтехине или иммунитеты баттатар эмтери эхелдер. Туспа органы илан, атынки органы олор тохторуна организм бәйте херилхатыр олор дулуут бырыгытта. Оны ол билген антитела инденен рыктык жоннор билер болулар бытта. Оны ол именно быр, хаңа быр утары антитела өскүр, оны ол быры таарахатыр. Ол антителаны именно иммунитеты хаптатар онны күстәкбай әмтерихелләр, он тукайдыра бир схема болбатах әмтере әлбәх арас оны схемалар балар, оны өнір билиләх кейі болықтақ, әлбәх параметр кейі параметрін биліқтәғ еген. Онын ити вопрос барын билебет. Альберт Иванович, может, вы скажете, как вы видите вот кабинет после операции? Что там должен быть? Вообще должен быть ли такой кабинет или нет? Вообще, вы знаете, проблема трансплантологии, она действительно очень большая в каком плане. Это не только выполнить операцию, подобрать донора, реципиента, пару, если это родственная трансплантация, подобрать кадаверные трансплантации реципиентов, которые у нас есть на листе ожидания, сформировать лист ожидания, вести его, постоянно его мониторировать, обследовать. То есть... Действительно, в этом плане должна вестись очень большая работа. И плюс к этому еще добавляются пациенты, которые уже трансплантированы. Плюс к этому доноры, у которых изъяли органы. Они же тоже должны обследоваться. То есть им все-таки было нанесено некий вред здоровью, вмешательство. Да. Поэтому они тоже должны обследоваться. И вот сейчас... Пройдя вот эти все этапы развития трансплантологии, к 20-летию этой службы, которая у нас развилась, все-таки благодаря дальновидной политики тех, которые стояли у руля власти, создав такой национальный центр медицины, которого в России практически не было и нет на сегодня такого уровня. Мы все-таки продвинулись и сделали вот эту трансплантацию. И довольно-таки быстро пролетели эти 20 лет. И на сегодня мы стоим у того, что этих пациентов все больше и больше. Раньше это были уникальные операции. Одна, две. Они приезжали, мы их обследовали. Ну, в общем-то, было как бы рутинно. Один-два это как бы можно. А вот мы сейчас видим те цифры, которые мы сейчас на сегодня есть. И эти пациенты уже нуждаются в этом. Но беда в том, что такое отделение, структуры такой в медицинских организациях нет. Структуры медицинских организаций – это хирургический профиль. Вот то, что хирургии касается. Но 12 квот, 12 операций, которые мы можем выполнить на сегодня, это очень мало для того, чтобы открыть чисто хирургическое отделение. И если мы говорим о том, что это терапевтическое отделение для пациентов, которым нужно обследование, которых трансплантировали, доноры, подготовка к операции, то на базе терапевтических отделений мы не можем делать хирургические операции. Вот такая номенклатура. Поэтому здесь, мне кажется, нужно где-то пересматривать. Вот совсем недавно мы созванивались с Сергеем Владимировичем, это наш головной институт трансплантологии имени Шумакова. И мы эти вещи все обговариваем. Наверное, где-то нам надо, скорее всего, решить самим, каким это образом будет. И мы на круглом столе, когда мы разговаривали, это было 10 июня, пришли к тому, что у нас будет образовываться кластер совместно с СВФУ, это наша альма-матер, СВФУ, мединститутом. Мы, как республиканская больница номер 1, занимающаяся трансплантацией, и Министерство здравоохранения. Вот этот кластер мы должны создать, и на этой базе что-то должно у нас получиться. Потому что, вот, в принципе, решение проблемы таким образом, давайте откроем отделение, и все. Вот, как у нас это делается, в общем-то, это сейчас, скорее всего, не решит проблемы и не заработает. Здесь нужно и научный подход привлечь, то есть какие-то научные разработки в этом направлении делать, как лучше это сделать, как выгоднее это сделать для пациентов. Как в федеральных центрах. Да, как в федеральных центрах. То есть федеральные центры чем хороши? Это научные организации. Там делается наука. А у нас мы организация здравоохранения. У нас очень много других вопросов, которые мы должны решать злободневных. Другие пациенты с другими тоже тяжелыми заболеваниями. Гематология, онкология. Хирургия различная, начиная от нейрохирургии, заканчивая урологией. Тоже пациентов очень много. Решение вот такого вопроса, просто взять и открыть отделение, это, мне кажется, не совсем правильно будет решение. Здесь нужен вот именно кластер, чтобы работали и мединститут, возможно, они возьмут некоторые, вот этот амбулаторный этап, научное освоение и статистику. Мы бы занимались вот именно терапией какой-то, и все-таки амбулаторный этап для пациентов, которые в отдаленных районах, арктические зоны, вот их тоже надо охватить. Альберт Иванович, я вас перебью, но это получается как другим путем, да? Типа, когда мы разговаривали и с людьми, да, вот когда готовились к программе, да, там говорят, что надо менять федеральный закон. Чтобы открыть такой кабинет, это получается, если кластер открывать, тогда это минуя уже законы, получается, да? Это не минуя законы, это все будет законно. Кластеры сейчас открываются, и, в общем-то, это... То есть открыть кластер – это законно? Все-таки под эгидой это будет науки. Науки? Науки. В этом плане, в научном плане, они могут варьировать и в том направлении, и в другом направлении. То есть у них есть возможности... такого люфта. Юридический кахтариккен была. А чаще кластер бар была на кахагаварлу куда болонцепта. А ты билен турар, ол хайди влади кластер. Да, хайди. Он аныгы форма улар влади. Инники деки харды хайдига. Отчего на вопрос кахандем был он таксар? Когда, Альберт Иванович? Вопрос уже другой. Ну вот мы, я думаю, этот год пройдем. Мы поставили эти вопросы, мы их озвучили. Мы их озвучивали довольно-таки давно. Что мы к этому придем, мы предвидели, что будет нарастание пациентов, что их будет с каждым годом все больше, которые оперируются не только у нас, но и в федеральных центрах. И, в общем-то, это создано для того, чтобы и мы имели представление, что такое трансплантация. Ведь это не просто взять, прооперировать, пересадить орган, ну, как вот обыватели говорят, черные там трансплантологи есть, они там где-то в подвалах оперируют. Нет. Трансплантация – это высокотехнологичная медицинская помощь, которая зиждется на всех знаниях медицины. Вот мы говорили только что. Это и терапия, это и гастроэнтерология, это и, в общем, все специальности. Инфекционисты, анестезиологи, иммунологи, лаборатории, клиническая фармакология. Их очень много, этих специалистов, и их надо всех объединить. Вот именно вот, в кластере я это и вижу. Их можно объединить. А как привлечь в одно отделение, допустим, ну, кто их будет лечить, какой врач? Такого универсала врача на сегодня нет. Вот он, специалист у нас есть? Бала две он специалистов. Были. Гепатитное отделение Бирбрас Юремите. К нам ран Атамбалахакине. Он стационарга, он на киддахтарнакине, он на киндерекурирует. Он на идее город Кематическое усовершенствование сертификат тага кинер единичные он сюда надо трансплантология Бияха тыңгы реакторга төйләгән бактери. Онлыкка надир, онна нар поджелудочная железа. Ол аны меке хөрәдләр, онлык наука белән наука биләр. Бары органны көрүгә трансплантация бедән гонлар курдык. Да, трансплантология кине дип курдык. Дан индиен биһатыт белгән һәм ул кластер уясайдытын китә бистәнгә хамсан яхта. Трансплантология халы, би халан халы хактак. Бачча хәйннәрен барат. Бача манахайгадли тедем баран, нальбасите хилядинем бо хирургдар барваланнер. Вот такие кластеры, кабинеты в других регионах есть? Нет, в других регионах нет. Но если федеральный закон не разрешает, тогда нет. Дальневосточный вот наш округ, который у нас в дальневосточном округе только мы являемся. Вот на большую карту, если посмотреть, наша звездочка это Якутия, это вот дальневосточный регион, только наш центр занимается этим. Ну, в Сибири это Иркутск, это Новосибирск. Я, в общем-то, их всех могу перечислить, и мы все друг друга знаем, трансплантологи, поэтому здесь я знаю, что кластеров таких нет, но они обсуждаются, и, скорее всего, они будут. И, возможно, мы будем как бы являться таким первыми, первооткрывателями, которые пойдут в этом направлении, потому что и действительно такого специалиста подготовить это очень сложно. И это все знающие, все умеющие человек должен быть, в том числе и хирург, и анестезиолог в одном лице. Антон Алексеевна, блин, донор даратртен эхолубраен кинлер общественник бегитна кинлер гемия. Да, мин Альберт Иванович Каратак Халгемете. Кластер, конечно, чугайди, это перспектива развития трансплантологии в Якутии. Антон Белинги, конечно, холобур балана, холобур рох пациентов хроническое отторжение лаксиджалар. Вердери даланкардоха беги хатан стационарга хатан киленем теме 5 месяцев бицу. Надо спасать сейчас их вот этих пациентов. Он на донор даргаволлана, конечно, болгом-то надо. Мы беем история вот такая все боллах понавон тюцеллаха Москва. Биотрансплантация это нас потом донором Агамбол был Каратаев Алексей Афанасьевич. Он там на девятилетнем брат сюрин проблемам тогом кахалкам дем боллана. Бо Агавун хайдах ман харсты виндев курдуксе бем туспунханава пон холобер Агам я хабир берим берде Надо узнать, как у него восстанавливается почка. Анализ таринкорюха надо. Беги постоянно платно бараретибит, но это, конечно, постоянно платно барбаккандихе. Беги нефрологтар биткамельгаретлер консультация лиретидек по результатам анализов он на московской клинике нефрологтерами. Он улаха махтабутин тедебит, олга нам баран холабур буманник донор дарагар болгам талах реципиент химбираяк пола. Де, оно боллагана холабур беги иебит, агабутин бегитени оян. Тох пар диета бутин были манник семьяга ахир сахар дарен тустарен бартначапуттера на правильное питание перешли. Это очень правильно, когда вот почка восстанавливается. Но буманник болгам то донор даргабарларигар надо день. И холабур была беги проектпут дар жизни фонд президентских грантов каилага тюрин села сорогадин медицинской болгамта донор дарганадыжи книлер билиган олохом нуга сыджаллар олата холурехи грантынан ити донордар эмтенелеригер кемилер хо би холабур боллагана донордар тимтибитсе саха херигер идета тох буха холан сүй сүлбетче кехелер бир онна бир донордара онна үгүс алттавон биргена тесерин олохтактыр. Оно боллагана тох холабур боллагана где-то блиген бир реципиеннер алтоонагас киги, значит алтоонагас, ну примерно онук же донор бар. Онна чуть-чуть бигиттен агаяк донор печени бары болуп, но в последнее время коллегикемне холабур донор печени аксанын халбенер. Оланы даже биги манны көрөбүт, по годам манны кимханны операциялемитенигинден ол холабур боллагана бу бырдар проблемаларын сразу тахаран хаята тахарда кинлерге наха улахан болгомтунады жин тута элбетте холабур статистика ота эмеде чубейдах тоже таха операция оңгулдар болда жон быханар болда ден булла ол гынан баран бу билен тура донор даробета ден мен жахай тох умдук булай калак булай тоже дерген үксе эдер жондор эдер жондор Эдерге донордарга түксе эдерден. Эдерден. Мен билебин хеп, онтан бихеттери хастакчында. Аны билен Госдумага законы проекти. Эдерден эне бир бу бирге. Бихе охолабыр кыттыхан трансплантация сайдарын тугар сака серигер үлелехебит. Бирдер деп кыдыхе. Аны боллагана Госдумага законы проектиде. Бу хатыртагыта. Тохсен реабилитация доноров органов и части тканей ден. Ол анна боллагана по части АМС они должны холабур ежегодно или постоянно пройти вот диспансерное наблюдение ден. Оно беги боллагана бараек пытынан быйыл 14 июня уже нагалаты бу диспансерное наблюдение. Бесе егар сагалаты. Оно 19 улус, оно бу Якутской город с пригородами кидде. Барата холабур сүйсүлбек хиттен, хэтта вон агыс кихи сөбелеген берде донор бихи манны кыттык битченнер. Ата бихини кытары сибэске сүйс агыс кихи таксыбыта донордар. Ону по сарафанному радио жоннортон истен, гинден онна бараеги сергендер, онна бихи группа бутыгар баалар, бэбэлерин кытты биселлер, кепсетеллер инде куддук. Оттон ити холубра бу эндагынын тале кепсеңиттен хиттакка онна холубра хеге буапшесвениктер келен ордокутуна кахалгалах болангыт этер. Жон бэяга терек кахаллагыт деп курдук болар булар буапшесвениктер. Итинне сударство түттен көмөкэддак барар, государство бу министерство түттен. Бии проект бут. Тоо келер бээлере. Маршрутизация дем бар, протокол дем бар. Солу булар тобулар ыраха. Наталья калбите, проегин кавсябите. Онна өйбүлбүта. Аха, булерин. Биги онна өйбүлбүтма. Аха, кавсяб үчүбаты кавсябиппит, онтон кырдык, конечно, ти ковидтен бартугабыта. Ол кемне разы ковид сагаламы. Чоны болгон туруллар. Уруллар донордарга даганы сендер. Онна именно бу общественниктер келеннер бу донордар проблемалары бар ден кепсилер боллага ден. Основной болгом табут оттон тохпар население варта сюз брыгынга вартыр тиехтех. Оны кимере ол донор проблематын бияха каленка всятан бияну истер булак битче. Онна бу проектка биме кыттыгастах бит барам. Ол бии приказ бутнан балыгалар бараларын диспансеризацияга диспансерное наблюдение игинен ти анализтернин бартын перечинин оңормут бартын. Билгене все да баратурар бит. Ага да, сирин хал бут бу манны сылай көлдөрө боллар ден болду. Онна кәднеки диспансерный наблюдение варықтыра бейға, әме улахан приказ тақыбыта кығын, тоқ бар, ұрылары бартын, он диспансерный наблюдение кем қайдақ, қанна варықтағының бартын, әме онна бартын қаяуқ бұд. Зыбелі көрімнеттен әмені қатшылды өттігер қайдаға әге контрол өттігерлер бұлақ өттіңді? Бейетелікте бейті дұровия қырыстағылың үлетін контрол бұртелікте болыр. Ол чәтшетінен бейақытын жөнің сөйте керер. Он на бебе бланна не мило дируле лактисит, мило приятель лактит. Если он сунен корор баллакам, бал кетинче сюрбелга тюш загонтан таксим сюкидбите. Олон тон сеттон умсю эти вон оттабрыгане болар. Эттон умсю по точ эмина качилы бапровар. Оново донор даттан именно вот транспортация бапровар. Я хай олум сюттем бирерим сюте. Санкт-Петербургтан көһөн келбиткиһи почкатыгату бөөрүгэр транспортациялаабыт онна бу манна спиһэкэ кээн тур перечиңэ кээн кидбэккэммин кээн баккаһылдьарыты ол бапуротун биһи мин инздравы кыттаккиэн тэҥэ баһар сыыппыт сразу спиһэккэ киирэн бырааһыгар этиллэн эмэ сурулдан эминэн толору каччыллыбыта. Вот эти именно качелыгин барты ден эхаду. Именно качелы бапрога была на организации министерства кине. Кине просто контрольная нерде. А так кого бардем кетуам? Спехектер битин бихи сентябрь хангаттан корабит, ханга урехтер килдрабит, заявканнан антон федеральный министерство барал ол заявкабут. Антон специалистар бут бу Альберт Иванович курдук. Внештатный специалистар Москва бараннар көмүскүлдер ырахтар. Федеральный клиникалар или республиканский волгатуга анабытын онун комиссия көрөр, Минздрав России комиссията онун кандык ырахка кандык эм көрүлгөн Минздрав катчы берер. Федеральный Минздрав бияка. Ол катчынан бии ол эми атлахабыт. Очогуна эмке Тохтакалга хокалуре эн бең билген кайдерге. Сөрүн калганы кайда калды. Тохтакалга хокти кыцык булады. Угунан баран ити жоннор итан дерелдер бу диханыбы, калла жоннор балдыр. Холобра эм бүтан калыр. Тибеп булар. Аны холобра бит дүкүн эме хоккан хижап алып тутчу. Күн айыкта. По жизненне ден олтан олгун тугары нар итемтерге интернет тутулуктах була. Хеп онна ол ырхан саналагы митер. Ол бир мәни ки бейти атласпат. Ол бир государство бияка ол баска берер булага дигенен бюджет сотуктан бере келер күсө болна омук сиригер оңгулдар препараттар. Онна оригинал уну дженериктен галга барын хеп бары берке билат жок. Онкология мендик бар. Ол бир бу дигнах препарат бу жүй көжүстак онна болна онно эме майгымыр сол буяр копияты. Сол буяр копияты деп күтүсүн. Аны хорор болна ал оригинал бүтөн калынсы. Ол ен копиятын анылдыр. Сол бугу. Аны холбо хор үксе, жон үксе аны хөбүлөбөт холбо. Итин ха устук дейти. Хөбүлөбөт. Атан хайылдар була, реакциялар. Аха, наха көжүе ок болонсө, качествота ок болонсө. Онна бүтөн калыр. Холбо мен хорор бем атылабы. Мен дигенен хорстахым караллади. Булырын 2-нче бәллакка. Аңа булдым, анда бидигин болна сорагыр, эмин бидан калыр. Очага бәйбдә тылап беге. Ондан нуктанлар бактырыны. Бистан калган. Андан бидлән турыр берәдләр. Улгынан баран аны турыр сокынна дике, якынна да. Тәһригәр аны калга бар мен беләм. Бу инде чөһриялар. Улуска менен хатчылы улус мөлтәк трансплантация генеттен. Итинне ханна бисехтерен сөбүдән. Эм кәлбәтәгән. Эхе хабулар аһа. Тун бең үксү куддухур яктырып, И он сегодня сразу министерство обращается к нам. Он обращается. Он бахти министерство, мы все тунсеп, параллельно бахим все. Ага, электронные информационные рельдер ду, блин, холор хамсахан вахтчеб так сыры уступурда холор, ты холор кияга. Они кинахайда. Он тон бах факснан тунсеп, электронные танан через госуслуги джембарче, он принимает так бедигне на самом деле, но любое обращение не корректное будет. Джон Калхат не любит, конечно. Так вот, егине булан, это здраво булан холбер кинер риенда. Ага, электронная почта нам бар. Доктор пара обращения электронной почты акил бити бартан би. Холбер документ была уже. Документ уже горонно только на адрес соллерен, билетюли пионерен, адрес тарин толер суруях тахтар. Пора обращения, например, лага то сол до сох. Я не хочу он кельбит электронной почты, например, обратно вопросы, и там так подняла опять например. Бывало, например, общественные тюрьмы люди их тахпит, бывает пациент, будто не верит их тахпит. Буманник, схема на вот по таким шагам ходит. Холод мин была она бем тохпуттан оригинал гахидем барамон усилан наряд тюрь генерика кухамбаран инсульдавтом. О канитем бем эмпинатулгаван. Она была бо кунерге нефролог кабинетыгар, один гаврамун, то форма от тарохтахпун. Ол форма бунан министерствоттан оригинальный препарат кунгаджан карион. Бусаконунан буманник оригинальгахтахпун биге. Врачевная комиссия. Да, врачевная комиссия на Аганбаран, дробьем манника играта дембаран. Эмпин улар там. Альбех и ты именно бильбеттер тенюскюрем. Да. Он бартн бхарик косеп. Нам бран он билихтер надо ходить. Угусим сюкит бит просто вели бхарик на разъяснение на нигнере анкала сорор. Потому что Джон каджи бильбет альбех или не он нотун би конечно тюльпенен дает так на тот же бхаран берем даже а я на сурюдем вот так тюльпенен дает так там. То есть на жанр бейлере мне калдах так плохтради, калгалахки, мандак бейта турурсан, булан телефону, булан эриен. Олар эти бу сайт тегер бар. Бире үңсүгид дедиде. Антон. Или кохтер тибет, или фирадзиль, или бремелера. Холобретинник, куджик умагнен, киддегане, эти барта документ болер, он не бир хайранда болгом толдар бладжан, он крещугес тибет ханатехка. Росздравнадзор сахиринага халатигарихиге инсюдет юрихнусеп, эбетер обращение бухитанан, бо дробех расталу министерстве тигареме сурук сурюхотнусеп. Он охотан бо. Тюльпенненде тихтенсек. Тюльпенненде тихохеп. Наречи линия дембар, министрапка дебар, беха дебар, он у нас не метенер, он бы просто барсах принцеп. Блин, беги скайпенан, Анастасия Аркадьевна Эверстовна, которая хоббану хпут, бо сахарис приготовлен дурбех расставил министерство ветеринарной медицины, комитет интерьер департамент, сурин специалиха бухитнул лир, он кине беха связка растадиет лир, да, барда? М харчит курирует кине. Вот М харчит. И ты киханан? Ага, чугай хиллерди. Эти то пациенты пересекенные, эти то харарас эмтерих тахтем бублинки, обсетал робот, он на Бельгийской республике тягайте, тогун и кикихитинник барденди. Именно хачилин дробех расставил министерство, тедерто на диметивит, кенники кем, анамметем солбианом рор, аналтерим беллерден имивар. Эти анамметем того сугуденга хордук вахалст. Эти студия пиктерен хордук. Трансплантированный орган заявка көміскені, оны қолыбырақ бес егер барын көміскенер на год. Кенер әмтерін Российская Федерация Здоровья Харста болы министерствотан регионларға үйті. Сылақсын өріптен құттаннан Здоровье Харстового министерства, там главные нештаты специалистара Баранскюдергер, именно Министерство здравоохранения Российской Федерации, главный нештатный специалист Бартон персонифицированно выписканы город, он на Казбиди выписканы Бартон город Ханны, М Кинерге Ананарин, Бейте Бухару, Окенитен. Зарядка уже 10 полом барам уже бега регионнар бекелер. Оно МПБТ манных бахарлар. В течение года уже без заявки, но допустим, коллабора того не пятихага, оно с устата. С ага, доктор, сама трансплантированный даркелендер и неканан МТР Тибет волана у донор кетер беременер тимухан берер. Оно если студия питерен продукт органера трансплантация ламурчон Сылақсын әлбей туралылар, ол құрдық 5 сыл аннара өттігер барта бұйыра, бүйірі, сүрі трансплантированына ке 164 әбіт боллағына білген 234. Кеге болан тұра, нетінан олген проблемалар әне өспектерінсі. А так, в основном, Россия қақсывалақ әмтері оңырын бейбіт өйдуіт промышленнаған сайынлары. Беймтербиттас дойдуға оңғылар әмтерден қачыстыватын намғаға соқ текіғіп, оңғылуыт әм бәрберкені бартын ахан ечі Родрахнадзор, Российска Родрахнадзор автоматизированный систематыға ұғылын ехіп. Оның қачыстываты оқ кереме сұйға. Аңсы Сергеевна, чатығыр болған әте, қаз бидді кейхі сөпті бәр дабы солбуер әмп. Олыбыра бұл бүйінгі әлжіппіт ол кәндіттен инсуллағытым ден кепсер боллағына. Сөп түбіғір туалетерге бігі заявкаға по международному непатентованному наименованию ден заявка оңырабыд. Қатын торговай наименованиятын оңырар бейіға болғылар. Ечі барты студияқ түтерін көрдікіттін сақон егінен оңғылар барты. Некінан еттен ол бер регионымыз атынық заятқаны оңырорын ұлыммат болақтыр еді. Бұл көрәтші етерін етеққа сөп, онуға мәніктен трансплантация мәніктен варфарин некамет оригиналы 9 суғуй, мен екетенші 9 сыллақ оригиналы іспетем, екетенші 10 сылтан оригиналбы сөппетем, амтаны да суық, амтаны сақарда құрды құрыққыта, амтаны суық әті. Ені тұқтен құрыды қойбей? Атын... Бәяқ бәкі білағат федеральный закон бар, 44-й ден, оныттан әттім деше бәе заявкаға химическай ағынан тәмі хақасты. Мені торговайынан дем олмадағы оригинальный препарат. Оны көйен оның заявка оңылуат. Варфарин наға ұстық препарат болбатақ. Сынатайын ұдамыр. Оны өскәбіті ратты. Антагонист витамина К трансплантация тоқты сығын хоқ. Сүрек әме. Оны болағына етіне әттәққа варфаринлары бейі ұрқаттан кәтән көріп. Дозата арас болын сөп. Кедінер аналистерін, монооден аналистерін, вовремя тұттарын арас варфаринға арас дозы бар болын сөп. Ну, производителі атынатын болағын. Оның етіне мен ғана бар, ол хақарамтанайын. Производителі отын дополнительно түгірі атыннық оңырын сөп болдыға де. Ол именно М-формула тұғар атын наполнителлер балыр, чтобы она форму держала, да, допустим, да. И поэтому это допускается, возможно. Амтаного болын мүйіп. Да. Сөп, ече М-кі сығынағы етілер бартын, ече ансасер кәдіуіна барыр дақына етен көбейем сөп, бағыр ән етен бұл бірақ бұлағын тұт әт әр. Күтчабыта көқтені, еккілі әме үйет ұқары ебіт, әм пастапқыта бұтан сұраға бар соқ болын ұрақтыр бәйбет атылғар бітер көйләбет, он тұбыт үйгі 15 хенчаттан сағалан суымма болар деген аналарын үлістерлер. Етіндік түйенге қолыр қайдақ болуқтақтыры? Бұтын әте оқшайынан бейін государственный социальная помощь ден, әмелен қачы социальная помощь ден бәйді бартан нормативта, ол тағынан бұл именно трансплантированный донор атын федеральная программа керегі жылыр. Кейінер норматива бұл қоғсайынан әмтері Российская Федерациясын келер балладың әттілер бар, бәті студияға сұғыната ғарқан әмтер, үйкейінен ұлыспат әмтерізден. Ол тағынан кейінер инвалид құрдық әне федеральная программанан ұлалыр. Оны сол перечіңі кербет әмтерін республиканты программаны соқтырын ұлалыр. Бо мен WhatsApp парн халбак итикал битсеп قدر من نك البخ بيتين السكرليكبين الله تكهلا جن هالبخبيت وانا منكين بيردر بيرسال كلام تريه تري منا خاتشلله الله ملتح برات الجنريك ترى كللر أن تبوده برات ولا يترب برات صلاح دروبيا بترجع إتى الجنريك ترى أنا لكتر جن نها البخيت يبار إتى ببروس خانة متقدّم متبهر لر كتاختو. Потом еще вопрос Бахарлара Еттимди, государственная политика, именно импортозамещение генполитика Бартуради, Беяхтана, телевизорная история, у нас стратегия лекарственного обеспечения ген бар, тогон барген, именно Дэвид Россия, он голдар эмтерболог тахтарден. Это какой-то же До 25 года он Алтасултан уже именно перечень жизненно необходимых, важнейших день перечень кирер МТ, то он барганнара именно Бехарсия он МТ волохтахтар. Вот эти МК сыгран инсулер баллар, вот он уходит бариллар. То есть мы просто растут барлер, все просто была на пятьдесятом году она не ледах кидалер, просто учителя только галахченнер эти федеральные регистры геймбарченнер умселлер, потому что то хорохторы были программы там таксан халалер. 1 октября было обязательно были льготник заявление урядник таксан была нади, что на кин эхилги 1 октября гадери уже была федеральная программа, то так сказать, была федеральная программа, кинеха эмиссору дубатсеп. Отчетугар был кине был нам были региональные льготы, кем берешь, инвалид боларм бытна, и региональные льготы тонол эминала надо гудупонол, рох бидемяту неме балыха кен эмина класпак кен халарин дугеннер балдар, алло катчлара карат битан халар сорах бидемяти минзраттан кистан буделай дихтарга жирин, тухмен бидемя харболнаджи. Олегин, итинник бидемелеге хепти бехнер не бегат, он все конечно барплачи. Он насыл сангатгар эти санги бидер хтаригин, олар эмтерва халан халандарни. Олкин я хазаев конглух кахалан халандар балгатта. Он нам просто бандар. Сабкарачу кете хердитлар не фигата харикка стебити туки хана. Алло. Туки хана. Стебита ха. Бу мини я буллахна махбаттан трансплантации печени остренькая бидех, он нахланала. Вимлигин, эми билигин, бейка, хланец, джавык. Он улуска пропискала, билигин по месту жительства, первая поликлиника, лора Олороллайи. Он беги уталдан берехтясу или буманы первая поликлиника, хая брасу яхтала, эти вимлигин, противовирусные эми. Постоянная яхтяс, будем слахать джавык. Северинка бикар махтал. Ансазарка джавна, и ты не хиттинг Противовирусный препарат именно еще 14 базин, федеральная программа Кибет-Полана, и не прописка района Дедипатта, почёлна районной центральной балыга, аптека заявка Омрон Хачияхтахтар. Региональная программа. Да, республиканская программа. А что у нас алгикини холора прописка тнан? Подушевое финансирование, вот это статистика набора. Норматива прописка на тиер. Все, пан Сезар Кадьевна, бьем берега, как это сукар махтанабан, в лагарсе тиглери, багравут. Он это чебу Беги, эмтухунан кепстигат на кратик тохтохат, битумтюхка, билантуратикалганы, хунекепстахпитне, таксатрунсё полагади, он нас алгабарньяка. Беги бирдудлахпа хирург Александр Мосов, Москва, Балахаттан, эми холбануга, связка таксаликта, таксалик, кени хаянда кепсиага. Да, эти тюми курдук баркалганы беги хайдах туратига тохуляни тахпитне барихтари. Веров стафима. Калгата. Эти Альбех вопрос тохтенки, Альбеха еты именно трансплантация сыгнагох вопрос кипти, именно МХЧ еты кратык букуртаста минханавар, дополнительное льготное обеспечение ген диспансерное наблюдение, сахарный диабет, инсульт, инфаркт, он горлахтар эти италлар Альбех. Антон бо именно бүгінгі тема Женерик еден өтетін трансплантация кені облақта? Эти трансплантация кені бары, нек үйті. То есть нек проблема бар. Антети Анастасия Аркадьевна еще байтек әттеге. Эльбэх әтет именно федеральный закон тұтылықта. Международное, непатентованное наименование на торги. Закупками на науку? Да. Оны киі кәйін кәспет, онына фирменне әмп атын киі закупкаға үппат. Хаконы кәйі болыр ол. Оны ағырдываттар даған қанна даған. Олата тоқ барынан ехе жақтақтыр ден болында? Біліңі балығы не бұтан нұқ? Вот эти хаддары, Альберт Иванович, какое положение? Что есть? Принимаем. Что есть, конечно. Здесь мы затрагиваем одну проблему. Решение вопроса может быть таким, через врачебную комиссию. Но это очень долгий путь. То есть человек, который доказано имеется аллергическая или какая-либо другая реакция на дженерик. Да. Жизнеугрожающие. Жизнеугрожающие. Именно доказанные анализами, доказанные исследованиями компьютерной томографии, другими методами исследования. Тогда лечащий врач собирает врачебную комиссию, на которой присутствует заведующий отделением, лечащий врач. Представляют. И на основании вот этого выносится решение о том, что ему дженерик противопоказан. И тогда мы делаем заявку на оригинальный препарат. Но многие хотят, допустим, вот у меня зуд появился, я не хочу дженерик. Но это не жизнеугрожающее осложнение. Поэтому в данной ситуации каждая врачебная комиссия, она должна точно решить, жизнью угрозы есть или нет. Если нет, то, в принципе, этот препарат, он химический состав этого препарата, он идентичен оригиналу. Хорошо. Все, спасибо. Блигам Буланы Бихиги, Бирдуй Длахпатыгар Хобанохка, Владимирская Атанан Москва облага научный Ченчеркельнический институт БР трансплантация это отделение ТНЦБДС Александр Александрович Амосов, Беха, Связка ГТР. Александр Александрович, добрый вечер, добрый день. У них день. Добрый день. Ага, спасибо, что вы согласились участвовать в нашей программе. Мы знаем, что вы работаете в красной зоне, у вас совсем нет времени, но вы нашли время для земляков участвовать в нашей программе. Спасибо. Но мы говорим о проблемах, связанных с трансплантацией печени. Да? И как, по-вашему, должно быть организовано медицинское сопровождение реципиентов и доноров после операции печени? С этого вопроса начнем. Я всех приветствую. Приветствую, Александр Александрович. Да. Спасибо большое за возможность присоединиться к дискуссии и сказать пару слов о нашей медицине. Я очень рад, что в трудное время, в этот период, наши друзья, коллеги находят время для занятий и для обсуждения таких вот насущных вопросов, в частности, в области трансплантации. Я считаю, что трансплантация и в России, в частности у нас в Якутии, развивается хорошими темпами, но тем не менее есть ряд вопросов, которые требуют решения. И, может быть, даже политической воли, какого-то участия медицинской общественности. В каких вопросах? Что касается сопровождения реципиентов и доноров, пациентов, которым нужна трансплантация печени, и возможным потенциальным донорам, которые отдают часть печени своему родственнику, этот вопрос он требует дальнейшей проработки, и есть определенные моменты, когда пациенты после пересадки печени они не всегда могут вовремя получить помощь, но, конечно, это требует отдельной структуры. Это, то есть, открытие отделений и так далее, да? Если это возможно, это, конечно, это открытие отделения, может быть, с амбулаторным приемом с возможностью госпитализации, с возможностью обследования пациентов как на амбулаторном, так и на стационарном этапах, и с возможностью решения проблем как терапевтических, так и хирургических. То есть тут, если открывать отделение, то оно должно быть открыто в составе многопрофильного, мощного учреждения в Якутии. Александр Александрович, вы сказали, что это политический вопрос, но значит, местные власти должны как-то вот предпринимать, да? Должны. Местная власть. Безусловно, я считаю, что это воля, политическая воля руководства должна иметь место, и без желания людей, которые принимают решения, без возможности вряд ли что-то можно будет сделать. Но пациентов, людей, страдающих недугами, требующими высокотехнологичной помощи, в частности трансплантации, у нас в Якутии много. Востребованность, безусловно, есть. И создание отдельной структуры в виде либо отделения, либо центра во многом позволило бы снять напряженный вопрос. Но это решит проблемы существующие, да? Ну, поможет решать. Ну, поможет решать, да. Там, ну, кроме создания отделения, есть еще много других вопросов, связанных со снабжением, с финансированием, с обучением и подготовкой кадров. Ну, вот, хотя бы вот такие вот маленькие необходимые шаги, их хорошо было бы делать. Александр Александрович, мы знаем, что вы помогаете землякам, и часто ли вам обращаются? Достаточно часто. Вот, ну, сейчас, слава богу, кроме пока вот маньяки больше работают в ковиде и в таких вот в условиях эпидемии. Есть организации, есть и институт Шумакова, институт Барназяна, куда наши земляки приезжают и получают необходимую помощь. То есть, слава богу, не только у нас, но и в других центрах тоже такая помощь доступна. Ну, Александр Александрович, спасибо большое вам. Большое. Вообще, спасибо не то, что вы участвовали в нашей программе, и вот за то, что вы помогаете землякам. То, что спасает жизнь. Да, спасает жизнь. Вы откуда родом, Александр Александрович? Я родом из Вилюйска. Вилюйска. Да. Привет землякам. Привет передаю землякам. Сам регулярно получаю оттуда приветы. Хорошо, спасибо, Александр Александрович. Вас не задерживаем. Спасибо за возможность выцепить. Спасибо. Спасибо, Александр Александрович. Чара билген салгы сөз бир сананистекка билген буллагана Москвадан хирург, трансплантолог Шумаков атынан кен директоры Сергей Владимирович Гетия санатын истеген кене бу береганан ипутустутун оттан Сергей Гетия бахалста. Худбокка. Фактически, если говорить о потребности Якутии в трансплантации почки, например, то это где-то около 50 трансплантации в год. Частично это компенсируется за счет того, что граждане Якутии получают трансплантационную помощь в федеральных центрах, но тем не менее это не компенсирует полностью необходимое количество операций. Также и, я думаю, обстоит дело с трансплантацией печени. Специфика экономики, специфика быта в Якутии, естественно, в значительной степени затрудняет развитие посмертного донорства, однако полностью не исключает. И примеры этому есть. В Якутии имеется опыт мультиорганного посмертного изъятия органов, и данный вид медицинской деятельности должен быть правильно использован и как можно больше внедрен в практику. И в этом, конечно, огромная роль принадлежит, естественно, руководству Министерства здравоохранения Якутии, и без которого, ну, очень трудно заниматься вот такой самодеятельностью, чтобы организовать это все. Естественно, что требуется и финансирование, и как мои коллеги из Якутии говорят, что хорошо бы им пройти соответствующую квалификацию, получить по различным вопросам трансплантологии. Это самый легкий вопрос, который мы можем решить, то есть пригласить якутских коллег в наш учебный центр, в центр Шумакова, чтобы они ознакомились с современными принципами работы как по трансплантации конкретных органов, так и в области органного донорства, в частности, в области прижизненного донорства, которое должно являться, ну, не последним фрагментом деятельности трансплантологов. Естественно, что выполнение трансплантаций, оно предусматривает очень тщательное наблюдение как за реципиентами, так и за донорами, если речь идет о прижизненном донорстве органов. Существует целый регламент такого наблюдения, и я думаю, что лечебные учреждения Якутии вполне могут с этим справиться, ну, конечно, не без помощи Министерства здравоохранения и местных властей, для того, чтобы обеспечить, например, ну, прибытие пациента из отдаленных районов Якутии. А Якутия имеет очень большую площадь, занимает, как мне говорят, это почти 2 Франции. Вот. Поэтому, конечно, вопрос доставки пациента или состоявшегося прижизненного донора, но это тоже проблема, которая не может быть решена одним только желанием, скажем, трансплантологов. Это общеякутская задача, фактически государственного масштаба, потому что люди, которые жертвуют свой орган, и люди, которые получают этот орган, они имеют право на, в общем-то, дальнейшее наблюдение и лечение, обследование с целью выявления различных изменений, если таковые имеют место. Вот все эти вопросы, они не могут быть решены по отдельности, потому что каждое действие влечет за собой последующие события, и все это является одним таким целым процессом, который в конце концов обеспечивает доставку органа донорского в организм реципиента с последующим там существованием и обеспечением хорошего образа жизни. Эти гордых беги Шумаков атынан трансплантологии кинен директора Сергей Владимирович гатья санатын хиттибит он текинетерин холубра барыбыт кылгабыттен булас болу медицина болун бул элжибит жан болун барыбыт бир кылгабыт он трансплантология сайдыр кыктактен этерги анын түмү курдук өтө тиякка билген бу трансплантология бир республика битигер оңулубута сүрбө кыл болодем бу бир көрүтүгөр онуха сайдытын некеттин беги хайдак көрүбүт же Альберт Иванович Васильев, как должна развиваться именно вот эта вот сфера трансплантологии? Трансплантология, безусловно, должна развиваться. Это направление, оно необходимо, и нуждаемость в ней есть. Я считаю, что все-таки вот вернусь к своему выступлению, на фоне кластера, на основе науки мы должны создать базу, на которой все это будет дальше развиваться. Но на первых порах открытие отделения, вот как Александр сказал, как Наталья сказала, открытие отделения какого-либо там, ну, может, 15-10 коек, какую-то проблему все-таки бы разгрузило. Вот так. Не полностью решает, но разгрузило. Ну, а если смотреть на самые отдаленные, это кластер. Он на буквально четвертый ряд ребят. Туспакиран на турасалдара боллар денег, на холоре хитохан Аллаха тапшестимиттер. Ханда. А то холор мамасена балыха кириги. Иммунитет под намгах половина. Атан бар боллар еще и было гнамбаран, но я думаю, что в нынешних условиях это нереально. Министерство тутенти не хайдига, хайда хуля барарити не махасир. Он ты Альберт Иванович, эпитин, меня толорой юби, он на амбулаторный этап ами хайдахтах, отделение кинестационары бхарага, он на хлгавидей китекален коддерлерн, он бхар, он тон кинер хл устата участковый брастергар, диспансерное наблюдение биртрухтахтар, ол этун ами умному ханада. Забелгор на туми тебя ганити хайдитер бар бен крюлям булари. Конечно, Альберт Иванович на Министерство общественных мнений потому что трансплантация он трансплантация диспансеризация наблюдения, например, профилактика, да, информирование населения, как себя должны вести, да, при каких-то особенных случаях. Трансплантация бутехик тухпалладжи, пациент, например, бутехик кемёте, да, он кутупалладжи, он на третьем мягко надо делать, но он по стечению времени симбиро, когда кемёт берем, то касаре бранки симбиро не тянет, но реабилитация по порога ретроревалдар нахочи будут, например, после операции и до операции введения даже пациент донора генда. Ага, он хан республиканские программы коррелировали волдерджем би барснала. Он холурет и кенеттилерже, мы алохтах балас, эти не мы каттер каттах. Республиканские программы по развитию именно трансплантологии в республике, коррелировали бедные финансирование, коррелировали холостячие, софинансирование куда полоты. Были федеральные качкиры, да, это же. А улин республика мы софинансирование коррелировали. Были не я барта укке холурет кем энерджи, холурет мин билербинет. Бир циростахки бидде балага кирен имтенере минин бар. Хаянгы дох төс үстенче. Онан огыстакка алар кинендик сылай кидер булган. Бул гасты кир. Касты кир. Онан огыстакка бие кылы бир трансплантологияны сайыннар булып барыстах, уны бидан көжүстах экономическай дөтнөн көрдүк. Себже билген түмүк бүтүгер бихе бу аспыт буйга бул аспыт ига булар булар буйга аге отуртата анал анда аттыр туттыр бикти дар жизни бели онун билген бихеге ме бир хаңа белени туттырабыт эми бу общественниктер белерин когулахиндерден бу болгон тууруларын тугар оноха эжиди балыс Нургиянова Алена Яковлева билген студияга ыңрыкка бахалста киректа онна жа билген версов стафионда турун турукди бу Алена Нургиянова Яковлева. Басанки всех хотите бу бели. Сен бу бели кина Наталья Каратаева, кини идея та, кини ханата, он волна мен букенники келем мен холобрак стам ди минере волбатах бихел бахпет, манна кеннигер чуйбай спасибо за жизнь ден хуруктах, дар жизни ден бу холобр сахалар. Бибебит, уйдебит бит манна угахтабитым холобра, хатабыппит, бу худогоник билдебит дизайнер. Бу үрүнкүн, ол үрүнкүн егер аллукмас, олокко терек үнү сайди, олокко жулур. Анан бихи донардар бит, бу геройдар, бихи кинлери герой кудды көрүктак. Онда кинлер ондук көрүүгө жыктактыр. Тоякна кинлер олого быгылдар. Жөнү быгыл. Басты верстов эмне дегендик, улхан жой белелер, өйдөбүллер. Дрингис Хоханнах, диплом лауреату знака признания «Дар жизни» за спасение жизни близкого родственника и самопожертвование награждается Яковлева Алена Александровна, донор части печени, министр здравоохранения Елена Полина Больцова. Вот так кручу. Слушайте. Не болейте. Нурбена Багаритка. Кем Алена? МД? Нургена. Нургена как гости капсенера. Рецепиент балабан. Бастаканан тугани туханан махталбан терьетебин балтабар. Кинибар болен мин ологом ухата. Онтон толору жаллах олого олоробун. Якхеб тохтагал кан билбеппин грызини чусудабаппин. Олнинен ха эридемити мигин. Билгин булан ха үчүгей. Барта кеминен. Хеб онна махталбан терьетемите брастар бар. Древнептен хагалан улус кинигер, он на те коратнан, бахпаетик балгага кира хаппатым, он на тахана Москвага, бурназианга хаппатым, пресселемитим, бартучубатик этенья аспата, он на махтаным это тугани туханан бе аймахтарбар, кинер кюскеме воланнар убинен материально морально коммерспуттере, он мин лохтохтик халкан бахпаетик битенчуби балла кабран пресселен кербитим. Анна аймах ами барек богомтур. Да аймах табарстар, одноклассниктар, биргелләби джоннор ин муктикамлас биттерәя биттерә, ул һин булгана улыктук та калган бер бәдәх битбеге. Начуды бармет пресеннән калбит бит. Балтым булгана донор булагын дип бер улык магынта таккан халепте атлас дип күрдек. Аха, инде күз битә. Аха. Тох тебе та улуг булган күрдек бер тәбендик этеңә ахан калбыты, онна бли пандемия ровно иннә баран кәләмет бие улуг калган бер бәдәх бит. Сәфәй хамактана бит, истәдә дөрү инде багара бит, воны төбе кәләмет тәүктер бергәтер мактана бун кирҗек бу бар тәһәгә бүген әтиленнә санагылдан онтан болгонта өлүгә ден биге әрене бит онтан бу манны калгыла җан агырган биге булган. Күне күрәчләр бит бүгенгәннән биге агага сифер гөлләрдән токты мөктәбе. Быелгы елга онтан сарсын биге әдә устыбыз саспы курс академик сефтин Кенбитта берене кеха 5 минуттан сагла көрүп бүтүп. Этеңе сайылан, итеге аны барып көрсөк.